Да, я и к вам тоже обращаюсь. Да. И к вам тоже. Отлично. Так, и я хотел бы сейчас, чтобы Ольга представила нам наше уважаемое жюри. Ольга, пожалуйста, ты слово. Всем еще раз привет. Члены нашего жюри. Я прошу тогда вставать, надо приветствовать зал каким-то образом. Валентина Кудряшова, город Хабаровск. Елена Белова, руководитель проекта в отделе 103 000. Светлана Баженова, руководитель ресурсного центра для некоммерческой организации. Иван Матюшкин. Я желаю всем удачи. Let's rock. К сожалению, один из членов жюри к нам не доедет. И теперь еще важная вещь, да? У нас будет такой режим, что у вас будет 5 минут на презентацию, так как я вам говорил. И 1 минута на вопросы. Как только 5 минут заканчивается, вам будет Ольга показывать таблички, сколько у вас минут остается. Поэтому обращайте время от времени на нее внимание. Вот. И как только 5 минут заканчивается, у вас пропадает экран, потому что мы устанавливаем следующую презентацию, и в это время вам члены жюри задают вопросы. Задают вопросы, так как у нас время ограничено, только члены жюри. Вот. Вы можете дальше, если что-то непонятно, подойти напрямую и задать вопрос. У нас, помимо этого, будет также, так как члены жюри присуждают приз, но у нас, помимо этого, еще будет народное голосование. Мы каждому из вас раздадим такие помеченные бюллетени для голосования. Вот. И мы посчитаем, сколько здесь человек. Соответственно, каждый в зале, кроме членов жюри, потому что они в любом случае голосуют по другому поводу. Вот. Соответственно, вы выбираете номер проекта, да, можете здесь записать, вот, либо пишете название, и потом приходите и приклеиваете рядом, да, обязательно, чтобы было название, вот, и мы, соответственно, поймем, кто понравился широкой публике больше всех. Вот, и смотрите, как только первый проект докладывается, следующий готовится, следите за своим местом, чтобы у нас очень мало времени. Вот, поэтому мы приглашаем новости «Русский остров», да, вот, здесь есть кликер, микрофон, держите, говорите в микрофон, вот. И представляйтесь, пожалуйста, полностью, да, имя и фамилия. Вот, и тоже вот не выходите из этого круга, потому что мы записываем. Синюкова озеро, Русский остров. Мой проект, пилотное название новости Русского острова. Сюда пришла с проблемой информационного голода островитян, проблема гастрономического качества. И в процессе работы огромное спасибо всем. Огромное, действительно, спасибо. Счастье, что мы здесь. Спасибо за то, что вы помогаете. Ну, в данный момент проблема решения решена. Я так думаю, все-таки на данном этапе, по крайней мере, она решена. Проблема активного общения онлайн островитян в любой точке мира, можно даже так сказать, где бы они ни находились. Не заботьтесь о том, сколько памяти осталось гаджета. Да, эта проблема решена при помощи двух замечательных технологий, мессенджер, Telegram и сервис для публикации материалов Telegram. То есть, как 100 лет тому назад, мы берем телефон Telegram, и победа в наших проблемах решена. Проблема в чем сейчас заключается? То, что мы должны скачать прежде всего мессенджер Telegram и заканчивать любое устройство, планшет, телефон, компьютер, без разницы. Создаем группу. Это по аналогии с WhatsApp. У нас год назад мы создавали первую группу, это WhatsApp. Потому что это не совсем комфортно, пришлось создавать мосту группу. Здесь у нас решает следующим образом. Мы создаем группу. На сервисе Telegram, можно переключить, да? Сервис Telegram, мы публикуем те материалы, которые нам нужны. Да? Вот если у нас раньше существовала группа ЖКХ, группа транспорт, купи-продай и так далее, то теперь мы им додаем отдельно. Делаем такую ссылочку, да, как и туда можно зайти.
по этой ссылочке. И там мы можем увидеть любую разместить информацию, которая будет храниться долго, храниться не на твоем гаджете, не на телефоне, но ты в любой момент сюда можешь зайти. Я считаю, что это самое удобное решение на данный момент. Мы можем хранить фотографии, мы можем хранить видеофильмы, мы можем хранить печатный материал, и точно так же существует та же самая лента для постоянного онлайн-общения. Вот, считаю, что у нас таким образом будет решена наша проблема на данном этапе, по крайней мере. И, товарищи коллеги, мы минус конкуренты за главный приз. Мы это делаем бесплатно. Спасибо всем. Спасибо большое за выступление. Такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему вы решили использовать Telegram, проникновение Телеграма не настолько высокое, как WhatsApp? Почему вы не соединяете WhatsApp и Telegram? Прежде всего, это количество общающих. Если в Телеграме можем создать группу общения до 50 человек, то группа WhatsApp — это всего 250. И это жесткие правила у нас получается, что и ограничение во времени, а здесь я не замечу от времени. Да? Я в любой момент могу зайти на любую свою ссылочку и посмотреть ту информацию, которая мне нужна, и оставить свое сообщение. То есть я не нагружаю своих коллег по этой группе, и в то же время у нас увеличивается количество общающих. Еще будет вопрос? Работы нашего приложения, на котором представлено главное меню, список происшествий. И если нажать на карточку происшествия, то вы можете узнать полную историю этого происшествия, а также увидеть кнопку пожертвования. По социологическому опросу, проведенному в 2016 году, можно заметить, что наиболее активную позицию в благотворительности занимают люди от 25 до 44 лет. Именно они и есть наша целевая аудитория. Чаще всего у администрации может выделить рекламные баннеры для таких социальных проектов, как наш, а также помочь в рекламе как на телевидении, так и по радио. В будущем мы собираемся привлечь альпинистов к нашему приложению, также создать точки оповещения, сбора пожертвований, а также добавить новые функции в наше приложение, например, новые категории людей, которым нужна помощь. Наша команда планирует потратить выигранные деньги на то, чтобы сделать сервер и поддерживать его, а также на iOS-разработчика, который поможет нам, так сказать, распространять на другие платформы. За время хакатона мы успели создать логотип, также прототип Android-приложения и сервер с подключенной базой данных.
Получается, не он сам регистрирует себя, а вы обращаетесь в соцслужбу или, например, к нам напрямую. Мы с вами проводим собеседование, а вот если в плане происшествия оно только случилось, то идет через МЧС, то есть они выкладывают, что вот такое вот случилось, и вот что вот им необходима помощь, и нужна именно ваша помощь. Потому что специально... Да, то что они не сами регистрируются. Ну, мы когда пытались считать, мы подошли и сказали, что вы не волнуйтесь, у нас есть контакты, которые очень часто этим занимаются. И у администрации есть такая программа, она может выделить социальным проектом, такой как наш, несколько баннеров бесплатных, на которых мы можем разместить нашу рекламу. Не-не-не. Да, в городе получился есть. На данный момент город Владивосток, пока что. Ну и весь край Приморский. Ну, я сказал, но на самом деле весь Приморский край и все поселения, которые там рядышком находятся, не чтобы могли помогать. Ну, мы будем стараться как бы сами участвовать и в основном... Юридический фонд организации собирает. Кто будет собирать пожертвования? В товаре или в... Вообще в товаре. Хорошо. Мы будем взаимодействовать... Вещи, там, продукты, инструментариалы. Мы будем взаимодействовать с волонтерами? Давайте я подкорректирую вопрос просто. Коллега, есть такая... Люди не понимают вопрос, если я правильно понял Лену, речь идет о следующем, что это нужно легализовывать каким-то образом, то есть должна быть какая-то организация, физическое лицо, которое представляет ваше приложение. Получим все необходимые лицензии. Да нет, вы скажите, вы будете ООО, ИП, вы будете ФОО, НКО, мы над этим чиновниками. Проект «Навигатор» для незрячих готовится узнать историю города по QR-коду. Здравствуйте, я представляю свою команду, я Светлана Мельникова. Наши разработчики навигатора для слабовидящих — это Евгений Некрасов и Артем Шелеп, это школьники. И наша команда волонтеров общественной организации «Артемовская волонтера Базар» — это вот Александр и Андрей. Это та команда, которая готова, собственно говоря, разрабатывать видящую часть, то есть проходить маршруты и делать текстовую наполовину. Какую проблему мы решаем? Нет, нам сказали сделать по-другому. Значит, я представляю проект «Навигатор для незрячих». Мы создаем веб-приложение, чтобы помочь незрячим ориентироваться в городе Артёме пока с помощью голосовых подсказок. Какую проблему мы решаем? Мы решили сделать видео с помощью организаторов, и ребята с ребятами вместе сняли вот первый кусок нашего видео. Вот Женя показал нам, как передвигается незрячий с помощью трости. Вот честно говоря, очень сложно ориентироваться, даже несмотря на то, что я вижу, что я делаю. Трость все время натыкается на всякие препятствия. И мы быстро вышли на проезжую часть, потому что не видно, куда, ну, не видно, куда идем, а все гладкое. И я просто на автомате шла на проезжую часть. А следующее видео мы показываем. Это вы показываете, сколько осталось или сколько вы говорили? Следующее видео мы показываем наше предложение, как мы решаем. Текст мы наложить не смогли, поэтому я его читаю. Тротуар с бордюром слева, плитка покрытия 3 балла, справа офисное здание, осторожно разрушенные ступеньки, автомобильный съезд, асфальтовое покрытие, внимание, слева проезжая часть.
без бордюрного разделения. Прямо через 5 метров тротуар с низким бордюром. Справа металлическая ограда, слева проезжая часть, возможно, припаркованные автомобили. Текст, естественно, будет написан волонтерами, но аудио делает программа. О самой программе рассказывает Евгений, как ее автор. Здравствуйте. Нет, прошу слушать. Перед вами представлен первый прототип веб-приложения «Навигатор для незрячих». Здесь специальная есть карта, чтобы вам было проще представить, что мы вообще делаем. В этом приложении есть пока один маршрут из пункта А в пункт Б. У этого маршрута есть описание. Описание именно дороги, качество дороги и препятствия, которые на нем могут встретиться. Вы сейчас можете закрыть глаза и представить. Выбрав маршрут из списка, нажав на кнопку «Прослушать», надеюсь, что вам было слышно. Здесь было сказано именно само описание, какие препятствия есть, через сколько метров какие повороты и так далее. Открыв данное приложение, я могу определить, где я буду идти, что я встречу на своем пути, ну и если я нахожусь на этом маршруте, то что есть вокруг меня. Далее. Каждый, любой желающий может добавить информацию о маршруте. Здесь есть имя для ввода маршрута, описание этого маршрута. Ниже представлены сами уже описанные маршруты. В дальнейшем мы планируем сделать навигацию в режиме онлайн с голосовыми подсказками. Также портировать наше приложение под стороннюю мобильную операционную систему. В данности это Android и iOS. Также, используя камеру мобильного устройства, и нейронные сети сделают распознавание объектов. Финансы нам требуются на разработчиков приложений под мобильной операционной системой, аренда серверного оборудования для создания REST API и базы данных хранения описания информации о маршрутах, и также использование рекламных площадок для нашего продвижения. На этом все. Я хочу выразить большую благодарность организаторам, потому что мы за время хакатона сильно упростили наши идеи, потому что сразу за первый день мы поняли, что очень сложно. Ребята первый раз видели друг друга на хакатоне, они очень сгруппировались хорошо. Сейчас понятно, что мы в любом случае эту программу будем продолжать, мы ее сделаем. Большое спасибо. На текущий момент волонтеров всего лишь двое. В дальнейшем приложение будет расти, мы планируем вывести его в другие регионы. Естественно, это будет происходить быстрее. Нет, это вопрос диктанта, вы поймите. Да? То есть я понимаю, что вы, волонтеры обследовали какой-то кусок улицы, записали, что там происходит, выложили. Человек идет, нажимает, слушает, а там уже значит, либо яма есть, либо ее уже не стало. Ну, к сожалению, в режиме реального времени это сделать невозможно, но через определенный промежуток времени, его в дальнейшем мы пытаемся естественно сократить, можно будет этого избежать. Мы делаем пока по Артему, это небольшой как город, по центральной хотя бы части, а вот волонтеров у нас очень много. Мы, например, раз в месяц можем апгрейживать. Но, если честно, динамика нашего дорожного покрытия у меня никаких тревог не вызывает. Лучше, если она станет, это хорошо, но она чаще вот... достаточно в битом состоянии. Можно вопрос у меня? Спасибо большое за выступление. Смотрю, что я на вас видите, и очень четко понятная задача и решение. Скажите, пожалуйста, если вы не выиграете 70 тысяч, будете реализовывать этот проект? Да, не будем, потому что это действительно необходимо. Это мне очень сложно передвигаться. Я обучаюсь в городе Артеме, в традиционной школе-интернат. И там с дорогами очень печально. Самое главное, мы это предложим администрацию, когда мы это все продвинем, мы предложим администрацию в надежде, что им будет легче комментироваться, какие изменения нужно ввести как раз. Дорожное покрытие, да. Один очень важный. Женя, мы с вами виделись, вы выиграли у нас конкурс программы «Умник». Соответственно, у меня вопрос, насколько вы как фаундер проекта, да, можете
совмещать реализацию, потому что, насколько помню, там достаточно сложная большая задача, и ну, я же понимаю, одни и те же люди участвуют в реализации того и этого проекта. Ну, я всего лишь здесь нахожусь, как совмещаю тот и этот проект, ну, разрабатываю вместе. В дальнейшем, естественно, будут привлечены другие люди, и с меня снизится нагрузка. Ну, мы там просто проговаривали, и в тот раз, и сейчас эта история повторяется. Людей должно больше быть, а денег на их привлечение нет. К этому проекту подключена теперь общественная волонтерская организация «Артема» и станция техников, где вот есть кружок компьютерного моделирования, где Артем учится. И там еще ребят, и преподаватель нас подключит. То есть под этот проект Женя у нас в качестве скорее консультанта, а наша организация волонтерская на этот год выдвигает вот этот проект. То есть с этим как раз все нормально. Хорошо, спасибо. Ага. Все, спасибо. Мы приглашаем проект «Узнай историю города по QR-коду». Дальше готовится Сопрано. Добрый день. Мы представляем проект «Узнай историю города по QR-коду». И мы, это представители инициативной группы школы номер 28 из 9 класса. Главная проблема, которую мы хотели бы рассмотреть, это низкий уровень знаний гостей и жителей города Владивостока на месте, в котором они живут и которые посещают. И мы провели опрос. На примере мы взяли Жарьковский сквер, который находится в центре города, на Дальзаводе, остановка Дальзавод. И вот что у нас получилось. Из опрошенных всего названия скверов знают 40%. И из них всего лишь 10 знают историю сквера. Хотя сквер сам по себе является очень такой достопримечательностью, историческим местом. Главная наша целевая аудитория – это семьи. Родители часто проводят время на работе и не могут провести время с детьми, но так они смогут поучаствовать с детьми в квесте. Они смогут пройти по улицам, используя QR-код, узнать историю, что это за улица, где они находятся, что это за памятник, ну, и тому подобное. Также для людей с ограниченными возможностями они смогут... Они не могут поехать в другой город, но зато они могут узнать больше историю своего города. Также для трудных подростков. Мы сейчас дети технологий. Все равно проводим все время в интернете. Так почему не перенести это на улицу, чтобы дети, гуляя, опять же, использовали интернет? Также для туристов. Вскоре наш сайт будет переведен на английский язык. Пример, вы знаете? Пример, вы знаете, что это за памятник? Кому он посвящен? Историю, но вот вы знаете, а половина не знает. А вот этот сквер? Я не знаю, например, я не знаю. Вот, смотрите, турист, и он не знает историю этого. Ну, и поэтому мы для себя обозначили такую цель повысить уровень знаний гостей и жителей города Владивостока об исторических памятниках, о исторических местах. Мы выделили перед собой задачи. Это сделать интернет-страницу, которая у нас сейчас в разработке, разместить таблички с QR-кодом по всем значимым историческим местам города, также потом проинонсировать это все в СМИ и постепенно делать анализ посещаемости, чтобы понимать, что нужно добавить, что убрать и вообще понимать, что пользуются ли этим люди. Мы обозначили для себя пути решения и что мы сделали. Первое, это мы разработали, как будет выглядеть сама табличка. Это табличка, которую будут видеть все гости, ну, все, кто... Это будет табличка возле исторических памятников. Вот она будет выглядеть так. Здесь, чтобы завлечь человека, видите, три точки. То есть на каком-то интересном моменте информация обрывается, и чтобы узнать продолжение, вы проходите по QR-коду. Внизу мы будем давать инструкцию, как этим воспользоваться. И вы сейчас можете сами зайти через приложение и посмотреть. И также мы сделали сайт. Это демо-версия.
на которой мы расположили, взяли две такие исторические личности культовые. Это Эленора Фрей, она очень культовая личность для города Владивостока, и также Владимир Высоцкий. Мы про них основная информация, видео о них, и сам сайт будет действовать так, что вы приходите, считываете информацию с QR-кода, проходите, читаете информацию основную историческую, проходите маленькое задание, и если вы правильно проходите, первое, вы получаете баллы, и второе, у вас появляется новая геолокация, куда вы можете пройти, ну, то есть, как повышение уровня, повышение вашего уровня. То есть, это такая так, квест-игра, она по всему городу Владивостока, то есть, вы начинаете с какой-то точки, и у вас дальше прорабатывается маршрут. И вы за каждый уровень, у вас повышается количество баллов, которые вы получаете, и эти баллы вы можете потом обменять, например, на билет в музей. Вот. И что нам нужно дальше делать, это разработать сайт, связать это все с картой и вот такие вот моменты, сделать это легким для пользования людям. И самое главное, это установить эти QR-таблички. Вот. Спасибо за внимание. Коллеги, можно вас попросить одним микрофоном пользоваться? У нас два микрофона, они дружные, передавать вам. Ну, я была в Хабаровске, это сейчас очень модно там, действительно хороший сайт. Легко узнаешь историю, не надо туда идти. Консультера, вы одна пользуетесь QR-кодами. Почему? Я тоже пользуюсь. Ладно, я не хочу пользоваться, просто хоть понять, о чем мне пытаюсь сказать. Вот. Я считаю, что проект действительно очень крутой, его нужно делать в партнерстве с разными компаниями, начиная от музея Арсеньева, заканчивая там Домом Гиса и другими. Ну, то есть создавать самим новое с нуля не надо. Нужно партнериться, объединяться и придумывать что-то целостное. Да. И для сравнения, в Ярославле, например, был реализован такой проект с Ростелекомом. На некоторых домах были таблички, когда вы могли позвонить по определенному номеру телефона бесплатного, и вам по аудио начитывали всю эту историю дома. И вам не нужен был интернет, вам нужен был просто телефон. Ну, это вот как-то. Возможно, у кого-то сейчас. Насчет партнерства, мы над этим думали, и на каждой табличке внизу там будет, с кем мы сотрудничаем, то есть каждый знаковый памятник, он находится рядом с какими-то местами, магазинами, такими музеями, и на этой табличке будет, будет прописано, что находится рядом и по какому адресу. И с партнерами мы тоже, вот эти, что мы получаем за баллы, это все будет с партнерами. То есть мы им даем рекламу, а они нам дают, допустим, бесплатный билет в музей Арсеньева. Вот, мы над этим думали, и вот такого. Большой комментарий из зала. Спасибо. Я хочу вам дать контакт свой, напишите мне. У меня друзья в Петропавловске-Камчатске буквально недавно реализовали этот проект, поэтому вот все процессы, все партнеры, которые мы там привлекали, они статус своим победой. Спасибо. Прошу прощения. Спасибо. Все. Я приглашаю проект Сопрано. Следующий готовится в ТСЖ онлайн. Итак, здравствуйте, мы команда «Седьмая грань». Мы разрабатывали приложение «Сопрано Альденте», которое занималось проблемой автоматизации музыкальной гармонии. Вот. Основная проблема заключается в том, что правила, по которым пишут музыку, они очень сложны и требуются годы на их изучение, а также люди ошибаются. Каждая из нашей команды является имеет то или иное отношение к музыке в той или иной степени. Так, например, я
сочиняем музыку. Данил – это гитарист, ну а Елизавета, собственно, я приглашенный эксперт. Профессиональный музыкант, да. Экскурс по ККИ на пиццу. Вот. Ну и люди обычно, вот, обычно столик студентов, таких разных. Наше приложение в данный момент выглядит таким образом. То есть мы задаем ноты в латинской нотации. Синеньким подсвечены ноты, которые ввел пользователь, а соответственно наше приложение генерирует аккорды. Внизу указано наименование аккорда и также указаны их ноты. Чуть позже мы буквально с вами разберем это на примере. Мы уже автоматизировали музыкальную гармонию. С приложением сопрано необходима всего лишь одна мелодия для того, чтобы получить классическое четырехголосие. В данный момент реализованы две тональности — это натуральный мажор и гармонический минор. Целевая аудитория — студенты, преподаватели, музыканты-любители. Сопрано возьмет на себя кропотливую рутинную работу, потому что задача гармонизации — это основная, в принципе, задача, которая стоит перед композитором либо перед музыкантом. И в итоге ускорится написание качественной музыки. Наша программа улучшит социальный климат, как мы это понимаем. Каждый человек склонен к творчеству, и программа позволит лучше, соответственно, творить, делать. Ускорит и упростит образование. Любой пользователь сможет сразу посмотреть, каким образом создана та или иная последовательность аккордов. Ну и само образование музыкальное станет более доступным. Потому что лично я столкнулся с такой проблемой, что необходимо перелопать огромное количество источников, учебников и прочего для того, чтобы просто вычленить вот эти правила. Ну, либо же там 7 лет в музыкальной школе, потом еще 4 года в колледже, потом еще там неизвестно сколько лет в Гнесинке, ну и так далее. Вот. Опрос показал, что идея востребована, в принципе, среди студентов и музыкантов-любителей. И также она интересна преподавателям теории музыки. Да. Наши алгоритмы, благодаря приглашенным экспертам, обладают высокой точностью, то есть программа выдает верный и корректный результат. Однако же записано всего лишь около 25% всех правил только классической музыкальной гармонии. Мы не затрагивали в рамках катапома такие вещи, как джазовая гармония, народная гармония и прочее. Просто сконцентрировались на том, чтобы сделать рабочее приложение. Ну и Данил сейчас, собственно говоря, покажет. Вы можете сказать какие-нибудь ноты, абсолютно любые. Доре. Доре. Давай, вводи. Доре. Так, вводи ты. Окей. Так, доре уже есть. Доре, да? Или сколько? Вводит две? Ну, нужно четыре. И еще две. Миссии. Миссии, давай. C4, D4, E4 и B4. Ну, собственно, как уже. Шахматы? Ну, практически. Ну, просто C это до, ну и так далее. Да, латинская нотация. В будущем мы планируем, чтобы приложение, чтобы... Спасибо. В будущем планируется, чтобы ввод нот был всего лишь в один клик, чтобы пользователю не обязательно было знать, какая нота какую латинскую букву представляет. Просто, ну, нас банально не хватило времени это реализовать, но это в скором будущем, конечно же, реализуется. Также реализуется обязательно музыкальное проигрывание, потому что музыка — это звук, и пользователю очень важно слышать, какой результат у него получился. Еще я хочу добавить, почему именно классическое четырехголосие. Я думаю, вы, ну, если люди знакомы хоть немного с музыкой, например, с классической, знаете, что это записывается чаще всего в таком виде. В таком виде писали, например, Бах, Бетховен, Моцарт и другие представители музыки. Просто многие музыканты-любители сталкиваются с такой проблемой, что у них есть гениальная, не считаю, мысль музыкальная, есть определенная мелодия, которая навязчиво крутится в голове, а они не знают, как это притворить именно в музыку. И мы и думаем, что это приложение может справиться с этим. Также приложение, как уже говорилось, напомню еще раз, полезно, я считаю, абсолютно всем людям, которые хоть капельку заинтересованы музыкой. Это может им помочь. Соответственно,
им не нужно будет изучать огромные тонны музыкальной теории, например, это действительно сложно. И студенты, в том числе я, очень сильно страдают над этим, поэтому приложение поможет. Все, вопросы, все ваши вопросы. Тут есть такой замечательный пункт, это вот социальная значимость, да, и назовем это притянуть за уши. Мы вас слышали за угрязь. Можно ответить? Ну, если я задал вопрос уже, то можно. Вот, поэтому, соответственно, вопрос, насколько вы сами считаете, что это прям супер актуальная какая-то проблема, и что она прям важна, и ее нужно решать. Очень остро стоит проблема образования в принципе в России. Как уже говорилось, очень у маленького процента людей есть возможность изучать музыку. Многим не подходит, например, по возрасту. Взрослые люди не могут пойти в музыкальную школу. У них нет времени, все люди заняты. И это приложение поможет им изучить именно музыку, то, к чему люди тянутся всей своей душой. Я просто не совсем не говорю там образовательную. В будущем, забыли добавить, будет обязательно справочка, которая будет выписывать все правила, которые, в частности, я задевала, и по которым работает это приложение. Это типа мастер, да, получится, да, какая-то? Да, что-то в этом духе. То есть, почему она вас смутила, что она знает, что такое мастер записи? То есть, грубо говоря, вы даете мелодию, приложение дает аккорды, приложение дает понимание, почему именно эти аккорды, почему они были сформированы, на основе каких правил, и, соответственно, пользователь, ну, такой, клево. У меня вопрос. Я вообще очень люблю технический человек, но вот скажите, вы изучали какие-то аналоги? Может, вы велосипед изобретаете? На самом деле, нет. Я искал, я серьезно, я где-то вот на... В прошлом хакатоне еще пришла мне в голову эта идея, я потратил где-то часа 4 глубокого гугления, так как я сам программист, то это, ну, это очень много. Я не нашел никаких аналогов. Есть какие-то вещи, которые, ну, ты им задаешь последовательность аккордов, и они их, например, арпеджируют. Ну, то есть вместо вот такого, такой картинки они делают 1, 2, 3, 4. Так вот, такие приложения есть. Приложения, которые бы подставляли аккорды под мелодию, их просто не существует. И это огромная проблема, потому что я сам пишу музыку, и мне это просто необходимо. То есть это проблема для вас, и вы ее лично для себя решаете? Это проблема не только для меня. Это проблема также состоит для, например, студентов колледжа искусств. Ну да, вообще. Да, можно я отсюда? Это его идея в основном. Слушайте, мы же уже все сделали. Зачем вам 70 штук? 70 тысяч. Во-первых, еще 10 раз больше можно. Да, первый раз, во-вторых, для официального оформления, во-вторых, для рекламы, в-третьих, для продвижения в мобильное приложение делать, опять же, чтобы можно было сделать монетизацию. Ну, прочее, что делать. Я все поняла, спасибо. Пожалуйста. Большой комментарий из зала. Небольшой. Здравствуйте, не работает. Ты вышла из зоны действия. А так? Можно проверим. Ну, я могу немножко громко, наверное, попробовать сказать. Я хочу поддержать ребят. Обычно, когда проходят какие-то социальные конкурсы или проекты, все не видят какой-то социальности или проектов, связанных с культурой. Мы проводили исследования о влиянии культуры, искусства на психическое, эмоциональное и физическое состояние человека. И, может быть, мы как бы не понимаем так вот в логике, да, влияние культуры и искусства на людей, на самом деле... Колоссальное влияние оказывают вещи, которые позволяют человеку в этом плане не развиваться. Причем, если ты не делаешь это профессионально, а любому тебе, мне, мы не идем там, ну, как-то становиться там, поп-звездами, но если ты можешь как-то соприкасаться с музыкой, с искусством, это изменит себя. В общем, я ребят поддерживаю. Спасибо, спасибо. Спасибо. Мы переходим в результате. Проект СЖ онлайн и следующий казанский портал. Спасибо.
Здравствуйте всем, хочу представиться. Меня зовут Тимофеев Михаил. Я представляю нашу команду с проектом ТСЖ онлайн. Мы являемся студентами Морского государственного университета и просто классными ребятами. Разрабатывая наш проект, мы как бы начали глубоко углубляться в сферу и искать проблемы. Итак, какие же проблемы? Введя запрос «Новости ТСЖ», мы получили следующую информацию. Многомиллионные растраты, хищение свыше 3 миллионов рублей. Но это еще не единственная проблема, которую мы затрагиваем. Как устроено сейчас? Люди идут на собрания, чтобы решать какие-то социальные важные вопросы в пределах своего дома. Но проблема стоит в том, что не все люди могут посещать данное мероприятие. То есть причина у них может быть работа, они не могут скорректировать свой график. Или же люди просто с ограниченными возможностями, которые физически не могут этого сделать. Как мы хотим исправить эту проблему? Мы предлагаем создать веб-сайт, точнее мы его уже создали, следующими услугами, то есть голосование в режиме онлайн, где вы можете решить какую-то проблему, проголосовать, оповещение, то есть оповещение о том, что будет происходить в доме, отключение горячей воды, холодной, отчетность, предоставление полной сметы о том, какие работы были проведены, то есть первый же слайд, где многомиллионные растраты, эта проблема решается. Обсуждение, то есть где люди могут выдвинуть свои идеи, обсудить это и пообщаться на данную тему. Сейчас вы можете зайти на наш сайт, он рабочий. Ну, собственно, мы продемонстрируем. Хочется отметить то, что мы писали все с нуля, и на весь проект мы потратили примерно 10 часов, то есть без каких-либо движков. У нас команда айтишников. Ну, сейчас загрузится. Вот стартовая страница. Максимальное участие при минимальных затратах времени. Что у нас есть? То есть наш сайт помогает активно участвовать людям, не выходя из дома. Услуги, которые мы предлагаем. Здесь будут размещаться ТСЖ, которые уже участвуют в нашей программе. Ну, собственно, пока здесь пусто. Обратная связь. И давайте сейчас покажем авторизацию, зайдем. Ну или авторизацию, или участвовать. Нет, закликать его. Собственно, вводим логин и пароль. Логином будет являться квартира. Так как, ну, если вы участвуете в голосовании, голосует квартира. Именно поэтому как с логином квартиры будем использовать. А, я понял, почему так медленно она не отображается, но так и только здесь. В общем, расскажу в краткости о том, что там. Там мы предлагаем вам полное голосование, то есть оценить там то, поучаствовать за строительство новой детской площадки. А, уже нашел. Жильцам, тарифы, объявления актуальные. Здесь мы в дальнейшем планируем разработать калькулятор, который будет рассчитывать сумму. Голосование, собственно, можем проголосовать. Отчетность, как же я и говорил. И протоколы, образец протокола.
Все, спасибо за внимание. Нет, на самом деле молодцы, там проделана работа, классический пример работы в рамках хакатона. Ну, я хочу вам сказать, наверное, это уже Лена говорила, и я хочу сказать это всем. Есть такая вещь, бритва Оккама. Не надо платить сущности, если можно достичь результата другими способами, которые намного проще и существуют уже. Ну, я не к тому, что опять же, даже там создание велосипеда. Вот. Существует много сервисов, там они, допустим, могут быть разрозненными, допустим, там тот же ВЭЛ уже решает проблему горячего водой и светом, где можно просто зарегистрироваться в доме, в котором ты живешь, и где будет такие смс-сообщения о том, когда будет включение. Вот. Это вопрос актуальности вообще этой короткой ситуации. Такой вопрос, наверное, прям супер фишка вашего проекта, прям. Прям супер отличие от аналогов. Да. То есть мы находили сайты, это были просто справочники. То есть какая-то информация, нету социальности, нету той платформы, где люди могут что-то обсуждать, где они могут что-то решать коллективно. И кажется, председатель ШСЖ может выкладывать всю актуальную информацию и на том же ВЛУ. Нельзя, допустим, оплатить счета через Сбербанк онлайн тоже. Ну, в принципе, что у нас еще не реализовано и на что надо требовать. Окей, в администрации у тебя есть возможность там выбора своей позиции, то есть там жилец, регистрируется. И отдельно регистрируется жилец. Но фишка в том, что чтобы не тратить на это очень много времени. Председатель ТСЖ регистрируется со всеми документами, то есть предоставляет. То есть, аутентификация какая-то есть? Да. А затем он уже добавляет просто жильцов, которые им просто записываются почту, проводят телефон. А как вы вот избежите фальсификации результатов? В общем, есть такой сервис, как госуслуги, это тоже все возможно сюда подключить. Но просто так мы это сделать не сможем. Собственно, бюджет. Понятно. И второй вопрос. А как вы будете бороться с теми людьми, которые не хотят использовать интернет-карту? Хотят использовать? Да. Не живут в этом доме, но они использовать его не хотят, не будут. Ну, это же в их интересах. Это как бы этот сайт сделан в их интересах, чтобы им было. Я понимаю, но они не хотят. Они имеют право не хотеть. Не захотите, да. Ну, знаете тоже, банк на двух концах. Есть люди, которые не хотят платить, например, за квитанции. Такие люди тоже существуют. Это глобальная там проблема. Там есть санкции, да, там 4 года. А если будут покупать где-то, да, то почему? Ну, председатель ТСЖ так же и вводит сам. Председатель ТСЖ. Это как глобально. Я вам помогу. Вы скажете, ну, просто человек говорит, какого-либо решения, вы его вносите в интернет. Все, пальцы не надо. Я про другой вопрос спросить. У меня есть такое внутреннее ощущение, я могу ошибаться. Но мне кажется, что если вы не выиграете 70 тысяч, вы проект реализовывать не будете. Попробуйте меня разуверить. Разуверить? То есть вот вы не выиграли, пошли рейтинг. Мы не выиграли, да, например. Но это пока что. Но мы можем совершить монетизацию данного проекта. То есть у меня, например, представители, которые будут объяснять ТСЖ, что это реально интересно, что это реально нужно. Просто мне скажи, вот вы не выиграли 70 тысяч, будете реализовывать? Ну, честно. У нас финансовая проблема будет, потому что перекрутить те же госуслуги стоит немало денег, а мы все студенты. Спасибо большое. Вопрос безопасности, как бы, и... Прошу прощения, только вопросы члена жюри. Спасибо большое. Проект «Казанский портал» готовится проект «Карма». Добрый день. Меня зовут Галина Икоенко. Я автор проекта, который называется «Казанский портал». Проблему, которую я поставила перед собой для того, чтобы
получить максимум из этого мероприятия, это решить вопрос отсутствия механизма процесса обсуждения повестки собрания собственников многоквартирных домов. И второй момент, связанный с нехваткой инструмента сбора голосов собственников жилья в количестве более 70%. Решение следующее. Это осуществить проект, который был бы ориентирован на жителей нашего квартала, который объединяет два дома, лежащих в районе Эгершельда, номер 22 и 26, и школы, которые находятся в шаговой доступности. Я предполагаю, что ученики и аудитория школьная будет использовать нашу, так сказать, территорию Приливамбура. В результате будут получены следующие результаты. Следующие результаты, вернее, не будут получены, а уже получены в результате этого мероприятия. Значит, научилась создавать сайт с нуля. Сейчас я познакомлю, что получилось. Сколько минут? 3 минуты. Изучила механизм общения с мессенджером Telegram. Разработала сайт конкретно для наших собственников МКД номер 22. Познакомилась с приложением для онлайн-голосования на предыдущем хакатоне «Ананас.ру». И наметила алгоритм работы совета управляющей компании нашего дома. Время мало, поэтому мне хотелось показать, что мне удалось сделать вот там. А вы одна уж команда? Одна. Так, значит, вот это главная страница. Кто мы? Не буду все уметь читать. Это жители домов. Да, следующая информация. К чему мы стремимся? Наши территории должны быть безопасными и ухоженными, мы должны объединиться, мы должны принять участие в грантовых программах. Что мы хотим сделать? Провести капитальный ремонт, перенести спортивную коробку, разместить парковку и так далее, потому что это можно сделать только при наличии 70% собственников жилья. Иначе не войдешь ни в одну программу, не получишь деньги, которые находятся на счету вот этой строительства. Вот такая сейчас у нас площадка. Вот это разработанный дизайн-план нашей придомовой территории. И мы его внесли в заявку, называемую «Мой дворик» по федеральной программе. Это наши мечты, планы. Вот так мы хотим, чтобы выглядела наша территория. Вот. И самая большая проблема, которую мы хотим решить, это собрать с помощью онлайн-голосования не менее 2/3 голосов собственников жилья. То есть, вот, я считаю, что я получила колоссальный опыт на этом хакатоне. Спасибо. $70 000 нужны для того, чтобы я этот сайт улучшила и привязала к нему вот это приложение для онлайн-голосования. Просто так, вот к этому сайту бесплатному, это невозможно сделать. И этим сайтом я хочу объединить жителей целого квартала. Потому что у нас в таком плачевном состоянии находится территория, что мы сейчас организуем широкую грантовую деятельность. Капитальный ремонт сделаем, нам уже удалось выиграть один грант. Пусть он маленький, незначительный, всего 3 скамейки, но до 9 мая мы их установим. Gracias.
три. Раз, раз, раз. Также наши сокомандники вам дадут два устройства для тестирования, уважаемые жюри. Вот, можете ознакомиться с этим. Итак, а теперь, собственно, презентация. Волонтерство. Волонтерство – это очень сложно. Любой, даже самый талантливый лидер всегда сталкивается с чем? С человеческим фактором. Людям становится просто скучно, либо они не понимают вообще, зачем это нужно, либо вообще темный лес, людей просто нет. Эту проблему и будет решать наше приложение. Итак, мы представляем нашу платформу для поощрения волонтеров, которая называется «Карма». Поощрять волонтеров мы будем с помощью геймификации и реальных бонусов плюшек, которые предоставят предприниматели. Как это получится, Даниил? Давайте посмотрим на реальном примере. Это Сава. Сава с недавних пор активный волонтер. Как и всегда утром, он открывает наше приложение. И что он видит? Его рейтинг почти дошел до второго уровня. Он получил награду как лучший волонтер. И медаль за печеньки, конечно же. Ну, само собой, его настроение поднялось до конца дня. Но что дальше? Будем честны, через месяц, через два месяца Саве надоест эти виртуальные бонусы, рейтинги, циферки. Как мы предлагаем удерживать нашего Саву в приложении в долгосрочной перспективе? Для этого мы вводим внутреннюю валюту, которую мы называем бонусом. И бонусы можно тратить на реальные материальные ценности. А как мы поручим, где мы возьмем эти материальные ценности? Откуда? Ну, здесь все крайне просто. Наверняка многие из вас знают про сайт «Лови купон», где предприниматели платят за то, чтобы размещать какие-то свои купоны, рекламные акции, и покупатели, в свою очередь, платят за то, чтобы эти купоны и акции получить. Мы же предлагаем альтернативную платформу, где предприниматели бесплатно размещают свои купоны, взамен получая лояльную аудиторию, таргетинг, потому что мы знаем, что делают волонтеры, что им интересно, и хорошее позиционирование своего бренда. Итак, теперь что уже сделано? Это быстро пройдусь. Дизайн пользовательский сценарий полностью готовы. Все эти сценарии полностью покрыты бэкэндом, RESTful API, все это покрыто. Мобильное приложение готово примерно на 35%. То, что вы видите, это прототип дизайна, чтобы вы могли все сценарии проработать. Но у нас есть и реальное приложение, готовое, работающее. Ну, не готовое, на 35% готово, конечно. Вот. И мы уже начали проработку, мы уже сконтактировали и получаем отклик от организаций волонтерских. Нам в этом помогает наш друг, организатор 4-го Владивостокского хакатона Данил Луговской. Так что мы уже находимся в контакте с несколькими организациями и будем пополнять этот список, получать фидбэк. Разрешите представить нашу команду. Данил Лужков, автор идеи, дизайнер. Это Игорь Провцин, фронтенд-разработчик. Сава Суленков, наш руководитель разработки. Денис Давидюк, наш бэкэнд-разработчик, разработчик серверной части. Это наша команда. Теперь кратко о наших планах на будущее. Мы планируем передать проект в руки сообщества максимально, то есть ввести элемент самоуправления. И сейчас важный момент.
мы заметили, что многие из вас столкнулись с проблемой. Многим не хватало кадров, многим не хватало специалистов, конкретных людей. Например, менеджеров, дизайнеров, программистов. Что мы хотим сделать? Мы хотим на нашей платформе сделать удобный доступ к профессионалам и, соответственно, завлечь на платформу профессионалов. Спасибо за внимание, это все. Я правильно понимаю, что основной мотивацией волонтеров будет получение бонусов, которые могут обменять на какие-то материальные и нематериальные ценности? На самом деле, это бонусы, материальные ценности, это такие дрожжи, на которых мы, с одной стороны, поддерживаем внимание пользователей, с другой стороны, завлекаем новых людей, которые раньше... Основной вот посыл волонтерской деятельности – получить бонус и за него получить что-то. Мы прежде всего предлагаем создавать сообщество, а не сообщество, которое ориентировано на зарабатывание бонусов, которые можно обменять на материальные ценности. Да, конечно, мы нашли вот способ получать какое-то материальное вознаграждение. Да. Но... А как тогда быть с таким изречением, где ты добыл на своего бонуса? Вы мне очень нравитесь, практически вы как рок-группа, Лолочка. Я вижу пару моментов. Один момент, вы собираетесь в один проект запихать вам. И мне кажется, что это не очень верно. Особенно мне интересен, скорее всего, второй проект, который вы озвучили в самом конце, о том, что вы собираетесь привлечь профессионалов. Вот. А есть очень крутой проект в Штатах. Сейчас вам скажу. В Штатах есть крутой проект, он у нас, кажется, не реализован. Когда люди, профессионалы по разным областям, они собраны в определенную базу на сайте либо на приложении, и они пишут, у меня есть свободное время для одного проекта, например. Ну, я думаю, что вы с таким сталкивались. Да, и это юристы, это программисты, это медики, которые могут взять этот проект и реализовать его. Вот. И я считаю, что это было бы вообще супер круто. А про волонтеров еще один момент. Черный список, лояльность. То есть, например, я такая выбираю волонтера, а я не знаю его уровень. Ну, понимаете, о чем я говорю? Не совсем. Я пытаюсь. Подожди. Один момент. Хорошо, как я пойму, вот если я для своего проекта набираю волонтеров, как я пойму, что этот волонтер хороший, а этот нет? Ну, то есть этот закосячил когда-то, а этот нет. Возможно, я пропустила. Какой-нибудь, да. Но, да, наверное, на это не сильно акцентировали внимание. Но вот этот экран, Растем, называется, да, у нас самый ключ. На самом деле, этот бонус, это вариант для того, чтобы людей завлечь просто изначально. Но суть в чем? Мы хотим создать сообщество, в котором человек будет стремиться наработать какой-то определенный социальный капитал и репутацию, какую-то видимость. И, соответственно, получая какую-то... Нет, а репутацию как получит? То есть, смотрите, он участвовал в проекте «Посадить дерево». Да. Вот, то есть, что дальше происходит с его профилем? «Посадить дерево». Ну, в этой ситуации... Пошла и посадила дерево. Что с моим профилем? В этой ситуации вы подтверждаете, что это действие было реально совершено, так или иначе. Да? И профиль после подтверждения накапливается репутация и 20 бонусов, ну, в этом случае. И определенным уровнем растет репутация. Для нас главное в этом проекте это чтобы у человека было портфолио его достижений в плане волонтерства. И чем больше человек сделал для сообщества, тем больше бы привилегий он в этом сообществе получал. А вы по фану это сделали? Приложение. Вы сами волонтер? Я волонтерством не занимаюсь. Да. Мы работаем. Но эта идея у меня стоит 2 года в голове. Сделать вот такой вот
делать с обществом, потому что у меня боль другая. У меня то, не то, чтобы я волонтер, а у меня есть некоторые идеи проектов. Ну, как я говорил, хорошо, давайте задам вам классический свой вопрос. Хотите? Что? Вы вот, реализуете этот проект, если вам 70 тысяч не дадут? Потому что вот меня от этого прет, потому что я объясню. У меня есть определенная идея. У меня есть второй такой сумасшедший человек, который это тоже может реализовать. Так, вы так же плохо объясняете, как и я. Давайте. Да. Вы реализуете это приложение, если вы не выиграете деньги? Да, само. Спасибо. Да, коллеги, прошу очень много. Все, да, уже, я понял. Сам, ты когда стал вейпером, волонтером? Да. Инновационный пример. Спасибо. Проект массовый и все. Следующий поезд животных. Спасибо. Нашего проекта мы хотим бы реализовать такие задачи, предоставить трудоустроить людей преклонного возраста, предоставить работу, а также предлагать продукцию полезной выпечки для людей с ограничениями по питанию и для людей, ведущих здоровый образ жизни. Для этого, собственно говоря, нам необходим сайт, через который мы сможем опубликовывать возможные вакансии для людей преклонного возраста и реализовывать продукцию. Наша команда... Для людей преклонного возраста, собственно говоря, из чего она будет состоять для изготовления нашего продукта, необходимо изготовление муки, изготовление украшений для наших десертов, выращивания трав и пряностей, заготовка джемов, изготовление упаковки. На данный момент у нас ведется переговоры совета Сера, поселок Саранка и советом садоводов-огородников, тоже поселок Саранка. На данный момент это 25 человек, которых мы хотим задействовать в нашем процессе. Ну, может быть, кто-то помнит, вчера мы выступали немного с другим проектом, но добрые злые полицейские, прошу прощения, ребята из теплицы, в общем, полностью разгромили наш проект. Но на то были основания, мы слишком усложнили и слишком были не сфокусированы в своей деятельности. Практически утром мы уже уезжали, но все-таки решили собраться и задали себе несколько вопросов. На самом деле, чем мы будем заниматься, если мы там не выиграем, не будем здесь участвовать и вообще просто поедем домой. Вот это наш стартап, и еще у нас благодаря менторам. У нас есть еще проекты, которые в социальной деятельности. И один из таких проектов, который сейчас в разработке, это комьюнити-центр «Связь поколений». Это комьюнити-центр, который позволит не только там отдыхать или там заниматься спортом или с людьми разного поколения, но и совместную деятельность. Они очень сильно в этом заинтересованы, потому что у них есть время, а наша технологическая цепочка. Есть такие простые операции, которые можно выполнять не сильно, но они не трудоемкие, а позволят даже там в беседе, в разговоре что-то делать.
Поэтому мы предложили им такой вариант, и они согласны, мы сейчас вот разрабатываем этот проект и думаем, что он принесет социально значимый эффект не только для нас, но и для всей нашей территории, потому что ну, проектов еще масса на это наложится. В принципе, мы думаем, что это будет такой начальный этап. Список объявлений, адреса, по каким пропали животные, можно уточнить описание пропажи, в зависимости от того, как хорошо будет наполнен район, можно увеличить. Можно перейти к самому объявлению, посмотреть, кто пропал, перейти в базу. Пропал код в районе проспекта Красоты. Контакты, дата пропажи, его фотография. Если, допустим, бы существовал наш проект именно в той форме, которую вы сейчас видите, то функционал в нем ограничен, тем не менее, кое-что есть. Например, вы можете скачать объявление об определенном пропавшем животном. Если вы находитесь в этом районе, вы можете просто взять его, распечатать, и это не составит вам большого труда, готовое объявление распространить в районе, где оно пропало. Это база объявлений, карта, зооорганизации.
Также все ссылки активные, описанные за организацией, к которой можно обратиться, если у вас проблемы с пропавшим животным. Это опять организация Владивостока. А вы можете добавить объявление. В идеале это все будет автоматизировано сейчас, конечно, пока только контактная форма, ввести свое имя, имейл, ваши обратные данные, ваш телефон, текст, кто пропал, добавить, где кликаю мышкой, объявление, то есть, именно фотографию вашего объявления, вашего животного. Также функционал, который мы изначально разрабатывали, вот небольшой пример, скачать форму для объявления. То есть хозяин пропавшего животного может скачать форму и быстро ее заполнить. Потерялся кот, место для фотографии, все важные данные, возраст, ушки, хвост, глазки, все, чем отличается его питомец, для того, чтобы быстрее распространить объявление о пропаже животного. Наверное, я могу уже сразу перейти, может быть, к вопросам? Во-первых, объявление можно кастомизировать или нет, допустим. Изменить, добавить какое-то поле, убрать, если не нужно, допустим. Если там, допустим, нет полей, которые мне необходимы. Вот самая большая проблема того, что делаются сайты и приложения на бесплатных хостингах, это, конечно, того, что автоматизации практически никакой нет. Если в таком виде я буду делать, то я буду тратить очень много времени, чтобы заливать, заново заливать. Поэтому, если сразу вернемся к вопросу о том, нужны ли деньги, будут ли продолжать проект, будет, деньги будем искать, и проект будет доделаться до совершенства. А то, о чем вы говорите, это как раз та автоматизация, которая нужна данному проекту, чтобы мы могли поставить, чтобы была форма для заполнения, как, допустим, автоматические анкеты или что-то тому подобное, где нужно поставили галочки, где нужно ввели в поле какие-то данные, и потом выходит уже автоматизированная форма объявления. Поэтому да, в автоматизированной форме такое точно будет. А будете как-то автоматизировать, что вы будете на сайте? Делать рекламу для компаний, которые такие чем-то животных. Милая, вопрос. Это не приоритет пока. То есть если проект будет расти, ему понадобится финансы, мы будем решать какие-то формы для дальнейшей коммерции. Ему же нужны финансы на автоматизацию, чтобы, допустим, он мог заниматься один человек, но заниматься определенное количество времени. То есть не 10 часов, а полчаса в день. Если вам сейчас не дадут деньги, значит, вы так и останетесь на этой бесплатной версии, или попробуйте поискать еще дополнительные деньги, в том числе запустить бесплатную версию, с тем, чтобы туда вводить какие-то деньги, чтобы собирать деньги. Деньги на проект или, в принципе, деньги? Деньги на пожертвования нет. То есть мы не зациклены на это. Для того, чтобы доделать ваш проект. Для того, чтобы доделать проект. Если мы не выиграем, мы будем доделывать его любыми способами, какими только понадобится. Потому что без этого проекта жить просто невозможно. На проект? Да. На реализацию, на усовершенствование, на улучшение? Да. Но для того, чтобы помочь какой-то сломавшей лапку собачке, мы А у меня вопрос про механику. Можно? Но вот я не сильно фанатка домашних животных и потерявшихся домашних животных и сломавших лапы. Просто не сложилось, не знаю. Вопрос. Вот, например, я нахожусь в точке, где пропало домашнее животное, но я не знаю ничего ни про ваш сайт. Возможно, я там приложение себе поставила. Могут какой-то пуш-уведомление приходить о том, что к вам приближаются три пропавших собаки. Да, говорят, хорошо заданный вопрос, это половина ответа. Именно так оно и будет работать. Я в прошлый раз спрашивала, кто знает, где здесь инженерный переулок вообще находится. То есть, допустим, если бы мы жили в этом районе или работали, сейчас бы были, но мы не знаем соседние улицы, как они называются, правда? Кто знает, где улица Американская? Вот. Тот же самый принцип. Я не знаю в радиусе 100 или 500 метров, какие улицы у меня находятся, но я могу увидеть, мне придет уведомление на телефон, что рядом со мной в радиусе 100-200 метров потерялось животное. Я могу выйти и помочь его поискать. Либо оно потерялось вчера, но в моем районе. Я могу выйти и напечатать объявление и расклеить их. Сами. Приложение с программистом. Мы пообщались с аудиторией, которая здесь представляла именно IT-технологии, кто профессионал, и они сказали, что на разработку одной страницы такого приложения нужно не менее 10 часов.
часов именно программирования. То есть у нас нет иллюзий, как бы мы именно будем искать средства для того, чтобы этот проект существовал. На самом деле эту модель можно применять для любых движущихся предметов. Это потерявшиеся старики, потерявшиеся дети, угнанные автомобили. Но даже тот самый проект «Изолёт», к сожалению, не содержит ничего аналогичного. Последний вопрос. 70 тысяч хватит на этот проект? Для того, чтобы его запустить минимальную версию? Минимальная хватит, а вот ну, это только если человек будет расположен к частичной работе за бесплатно. Если программист будет расположен к работе... По социальной цене. Да, по социальной цене, да. Ну да, потому что она тяжеловато. Ну, для... Спасибо. Спасибо. Приглашаю проект на «Особый мир», готовится проект «Трон». Ассоциацию родителей и детей с особыми потребностями. «Особый мир» в Приморье. Так мы назвали свою организацию. Я здесь хоть и одна на последнего осталась. На самом деле у меня в WhatsApp 47 участников, которые, девушек, которые все время мне помогали и все подсказывали. И также то, что сейчас я делаю, это я делаю по результатам резолюции круглого стола, которая была проведена буквально там недавно. Я могу вам дать ознакомиться, где было так рассказано. Давайте 5 минут, чтобы прочитать, сколько было у нас участников и кто. Это тоже все были заявители. То есть мы как раз решили, что вот такой общий портал нам очень нужен. Информационный портал для родителей особых детей, специалистов, работающих с особыми детьми в Приморском крае. Цели – объединение ресурсов для совместного взаимодействия и информационная поддержка семей с особыми детьми. Целевая аудитория довольно большая, в первую очередь родители особых детей, именно по Приморскому краю, не только живущие в городе, потому что мы не знаем, сколько их и где. К сожалению, нет этого подсчета. Государственная организация, общественная организация, власть, ну и студенты, естественно. И я от каждого было свое требование, это зафиксировала. Наша целевая аудитория уже давно заявила о необходимости и созрела для использования портала, как для родителей. Нужно простое, удобное, быстрое средство поиска информации, потому что люди, которые будут этим пользоваться, во-первых, живут там, где, возможно, очень плохой интернет, и, во-вторых, они очень неграмотные в плане... пользование. Также администрация сайта должен быть независимым ресурсом и не принадлежать какой-либо организации. Это важно, чтобы это действительно отражало проблемы. И донесение до родителей важной информации, в том числе об их правах. Сейчас у нас очень изменения идут в департаменте образования. Идут навстречу родители, но не могут просто вытащить, что называется. Мы готовы распространять информацию о сайте по детским клиникам по краю. Требования от организации – это полный перечень услуг. Мы хотим видеть своих коллег, иметь возможность взаимодействия, делиться опытом, встречаться на обучающих семинарах. На этом круглом столе они сказали замечательную вещь. Они сказали, мы не знаем, как иногда учить наших детей. И это было большое признание, и они готовы взаимодействовать друг с другом. Поэтому сайт очень информационный, простой, как бы классический. Вот, в принципе, ничего такого особенного. Очень важное выделила, чтобы могли присоединиться и общаться не только на сайте, а на WhatsApp, естественно, потому что основная информация идет там, а сайт именно для того, чтобы выйти и посмотреть.
Я вставила вот эту строку, где всякие новости, потому что для родителей, которые живут где-то и не выводят до 18-20 лет детей вообще из дома, в принципе, они сидят только дома, очень важно посмотреть, что где-то идет жизнь, и они тоже могут своего ребенка куда-то деть. Пусть даже и не в школу. Вот. И также по каждому пункту есть категории, которые мы сейчас все разработали, то есть как поиска. К примеру, мне нужно найти какой-то специалиста, который работает с моим ребенком, которому 6 лет, где я его найду? По городу, где я его найду в другом месте края, ну и так далее. Что я могу? Естественно, ссылка на законы, госструктуры. Ну и, естественно, мобильное приложение, потому что, кстати, очень именно в крае чаще пользуются смартфонами и телефонами, а не компьютерами, для которых нужно специальное место, но дороже стоит. Ну, вот. Что сделала за 2 дня? Ну, во-первых, все девочки написали вот эти все списки, что как мы технически это все будем оснащать. Девочки, которых я называю, это не только родители особых детей, это еще и как раз представители органов власти в этом нашей группе WhatsApp, и в том числе, конечно же, представители организации, работающих с этими детьми. То есть хорошая такая... Это взаимодействие как раз с госструктурами, чтобы родителям очень сложно, потому что бывает что-то найти, как с этим работать, как найти нужные свои права, то есть прямо ссылки на куда надо, чтобы они не искали, потому что они не могут, а мы, честно говоря, уже устали. Планы. В случае того, что если мы получаем денежное вознаграждение, май — это доработка сайта, июнь — наполнение и дальнейшее развитие, работа на взрослую аудиторию, потому что дети растут. Итого родители этим летом получают долгожданный ресурс и подготовка к учебному году, что самое главное, может быть, начаться уже сейчас. Конечно, если мы ничего не получаем, мы все равно это однозначно делаем и, наверное, в течение года в любом случае запустим этот портал. И для проекта, может быть, плюс-минус год это не так важно, но для детей плюс-минус год это огромное. Спасибо за внимание. Я бы хотела именно сказать, что это полностью социальный проект еще и в том смысле, что разработкой будут заниматься именно тоже мамы и инвалиды. То есть, ну вот, как бы такая идея. Скажи, пожалуйста, вот как вы будете работать на тех родителей, которые сидят со своими детьми до 18 лет? У нас достаточно большой... Дело в том, что этот сайт — это только часть большой работы, которой я занимаюсь, в том числе. И в частности, вот из части и с матерьми России мы сейчас будем ездить по краю и доносить вот эти вот вещи, то есть прямо физически доносить. Это первое. Во-вторых, администрация наша, Оксана Олеговна, в частности, директор департамента, она сказала, что вы разработаете, и мы тогда по всем поликлиникам разнесем эту информацию, потому что им тоже очень интересно, чтобы это работало, потому что их заваливают письмами, жалобами, совершенно не туда, куда надо, и вот эти вот никому не надо, что называется. Поэтому это действительно назрело. Вот. Ну и к тому же мы думаем, что все-таки это будет не сайт не иметь... цели, получить за это деньги, но на какие-то пожертвования должно существовать, потому что, конечно же, люди просто так работать бесконечно не могут. То есть какая-то символическая оплата, допустим, от организаций коммерческих, она может быть. Но не такая, как на сайте, там вот мама и так далее, а в форме пожертвований, благодарности. Ну, должно быть. Я думаю, что это важно. Это не мое уже. Я правильно поняла, что то, что вы сейчас приняли, это вчера и сегодня? Да, это сделано, до этого сделано вот это, как будто проведена. Нормы это как бы много. Вот, и неделя была недавно особого ребенка, где там благотворительности много было сделано. Это круглый стол, и там я память у нас была. Вот, был тоже очень... Мне очень понравилось, что действительно люди готовы содействовать друг с другом. Это было удивительно, когда сидят родители, которые там плачут за своих детей, и уже администрации, которые все привыкли бояться. Плюс организации, которые обычно дерутся между собой, мы очень боялись, что подерутся, но почему-то было хорошо. И вот это еще важно, почему это сделать, чтобы вот эту волну дружбы народа поддержать. Вот. Спасибо. Наша автора проекта «Дроны» готовится команда «Острова мечты». Ну, во-первых, я хочу поблагодарить участников и слушателей, потому что когда в интернете что-то делаешь, у тебя тысячи людей проходит, и все молчат, то непонятно, правильно ты делаешь или нет. Если ко мне подошли несколько человек, и
много стало понятно и стало легче объяснять, что, что я конкретно делаю. Пожалуйста, нажми прогноз на беседе. Нет, нет, прогноз, нажми по-русски. Да, да. То есть возник первый вопрос, ко мне подходило несколько людей, которые говорили, вот животное не чувствует землетрясение, но там, за несколько секунд успеем или нет. Если можно, пониже скроллинг, магафон, ниже, табличка сейчас будет. Табличка, да, вот. Вот табличка, эту табличку сделал не я, вот эта табличка с интернета, наверху ссылки, как чувствуют. Если вы посмотрите, начинается несколько недель из животных, которые чувствуют. И предчувствует землетрясение. То есть это сейчас мы смотрим проект, который я сделал. Я сделал два проекта, вот на хакатоне, вот этот, после другой. Можно вернуться? Другой вопрос возник у людей. Тоже, я говорю, очень большое спасибо за общение. Что же назад вернуться? Да. Вот. Тестовая форма, пример. То есть как это будет, как это работает, что там у людей. Все очень просто, то есть вот такая маленькая простая форма, человек заполняет, вот выбирает страну, ну, там, город, вообще по IP-адресу, конечно, нужно делать, какое животное и как оно по пятибалльной, то есть пятибалльная шкала, чтобы работал математический алгоритм, потому что там, если математический алгоритм работать не будет, то это сложно, конечно, такую информацию лично обрабатывать. Все, вот такой вот сайт нужно сделать, и тогда миллиард долларов. Тысячи людей, тысячи спасенных, вот, в том числе и детей, будут это. Сейчас мне стало понятно, я благодарен людям, прямо уже третий раз повторяю, вот прям это, стало понятно, что делать. То есть у меня проблемы не было с интернетом. Можно еще нажать. Я сделал попутно сайт нашего хакатона. Вот. И, да, если кто захочет, я работаю в Google. Вот, если кто захочет найти, поисковый наберете «Хакатон Владивосток», на второй поисковой странице, значит, будет выдача, и там можете фотографии сбросить, все, запихаю, выставлю и будем смотреть потом это. Вот. Очень, то есть проблема не в интернете была, проблема была в голове, проблема была на более концептуальном уровне, мне многое стало понятно, вот, прям такое вдохновение, вот, то есть я знаю, что делать, ну, дадут деньги, здорово, хорошо. Не дадут, тоже здорово, как. Главное, когда есть цель, она стала понятна. Я очень благодарен, что вот такое мероприятие у нас состоялось. Я знаю, и придет время, я думаю, как сказать, если каждый из участников и организаторов запишет, сможет себе в жизненный актив, что я вот сделал. Благодаря мне состоялось, потому что 6 лет эта тема, 6 лет я бьюсь, и когда ты не знаешь, и думаешь, или я дурак, или лыжи не едут. То есть, ну, я вот так вот думаю, а весь мир думает так. Да. 2 минуты еще? О, давайте. Если у кого-то вопросы, давайте. 70 тысяч вам нужно. Если повезет, то есть, ну, во-первых, здесь только здесь статус, потому что статус очень важен. То есть разговаривать, вот я один. Это, а здесь, значит, меня слушали люди грамотные и статус финалиста, раз. 70 тысяч я смогу выехать и встретиться. И, повторяю, эту технологию здесь невозможно организовать. Нужно 3 деревни, 3 каких-то деревни протестировать. Как только будет маленький тест из 3 деревень, все, решена глобальная проблема, которую наука говорит, это сделать нельзя. Вот. 70 тысяч, это чтобы выехать, добраться до 3 деревень. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Какой алгоритм? Алгоритм? Давайте. Я хочу узнать, по каким принципам, по каким параметрам узнается, что животное ведет себя как-то... Ну, какое поведение животных говорит о том, что скоро будет землетрясение? Я вас понимаю. Здесь работает математическая статистика, то есть человек определяет сам, он определяет субъективно. Но имеем мы базу данных, то есть, грубо говоря, у нас изменение поведения животных вдруг вот в этом районе произошло. Изменение поведения. Каждый человек субъективен, но если 50 лошадей, или там куры, собак, птичек вдруг начинают сходить с ума, а мы потом видим, у нас есть данные по малых землетрясениях, ну, тестовые, все мы это фиксируем, это математическая статистика. И как я, глядя на свою кошку, могу понять, что скоро начнется землетрясение?
Вы никак не можете понять... Тогда как я могу пользоваться вашим сайтом? Вы никак не можете понять, глядя на свою кошку, если бы это можно было понять, вы просто отмечаете, моя кошка сошла с ума там что-то. Вот. И если кошки в трех ближайших городах, может быть одна ваша кошка, да, но если кошки в трех ближайших городах ходят с ума, и у нас уже есть информация, что это всегда перед землетрясением, значит, оно будет опять же. В марте то же самое, это без разницы. Статистика, есть математическая статистика? Есть у вас на сайте, я правильно поняла, какой-то банк уже вот этих историй по миру. Что происходит в этот момент с животными? У меня нету банка историй, у меня есть примеры фактов. Примеры фактов, да, зарегистрированы, то есть это, то есть есть, начиная, вот там было изображение с Ютуба, стоит это директор Алматинского зоопарка выступает, то есть фактов таких много, они единичные, я их просто постарался собрать. Спасибо большое. Все, спасибо. Приглашаем команду «Остров мечты» готовиться с маткой. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я представляю экологический проект «Остров мечты», это моя команда, Ян, Миша и Ксюша. Мы боремся... Так, а почему не работает? Перестай. Наша проблема – это загрязнение островов Приморья. Давай дальше. Вот, к сожалению, на островах на данный момент скопилось уже очень большое количество свалок мусора. Это и старые свалки, и те, которые появляются новые. Причиной тому, то есть, ну, и многолетний экологический ущерб, и низкий уровень экологической грамотности туристов, которые приезжают туда отдыхать и создают такие свалки мусора. Конечно, эта проблема очень важна, поскольку Японское море – самое богатое море России по числу видов животных и растений. И залив Петра Великого это лучше всего демонстрирует. У нас очень много краснокнижных видов животных и растений, которые, конечно, безусловно, очень страдают от загрязнения этого мусора. Мы хотим, чтобы наши острова были чистыми и красивыми, мы хотим их сохранить, чтобы наши дети могли любоваться этим всем. Это очень важно. У нас уникальная природная особенность в Приморском крае. Так, что вы придумали? Наш проект уже давно борется с этой проблемой, мы занимаемся организацией различных мероприятий, и сейчас мы придумали сайт с интерактивной картой загрязнений, информацией о проекте, и с помощью этого мы будем привлекать как можно большее количество людей, включая сайт. Сейчас мы покажем все, что мы делали за время хакатона. Давай включай. За время хакатона мы сделали сайт. Да. Вот такой вот сайт мы сделали. На этом сайте будет публиковаться информация о нашем проекте. Здесь вот уже мы публиковали то, чего мы достигли. Наши партнеры там есть, все тут есть. Давай дальше наверх. Здесь мы будем публиковать информацию о волонтерских мероприятиях, в которых можно принять участие, чтобы люди, которые хотят с чем-то помочь, они сразу зашли и, то есть, успели. Вот. И мы придумали интерактивную карту. Включай. Интерактивную карту загрязнений. Мы ее уже запустили. Опубликовали там уже 18 мест стихийных свалок мусора. Да, мы привлекли уже волонтеров, нам интерактивно с помощью волонтеров все это сделали через сеть. Да, получается, здесь будет на этой карте не только интерактивная, не только карта сбора мусора, это будет карта гражданской активности, поскольку с помощью этой карты мы будем привлекать людей к самостоятельному проявлению гражданской активности, то есть чтобы они не ждали какого-то нашего субботника или там какой-то акции, а могли самостоятельно зайти, найти любую свалку, и мы будем приглашать их, то есть убрать ее самостоятельно, за это они будут получать какие-то бонусы от партнеров различные, и на эту карту будут публиковаться также фотографии, как они ее убрали.
Ну, то есть, это будет карта свалок и карта гражданской активности. Вот. Показываем, как волонтер может осуществить изменения. Для этого необходимо пока что иметь аккаунт в Google, потому что мы используем Google Maps. Вот, он у меня есть, я пишу «изменить». И я знаю, что вот этот мыс Тагина, что там любят отдыхать туристы, и они за собой оставляют следы. Вот. И я об этом сообщаю. Вот. Ну и, конечно, это будет портал также, который будет заниматься популяризацией экологически грамотного туризма. Там будет информация об экологии, о различных местах отдыха, ну то есть, чтобы людям было интересно туда зайти и прочитать об этом. Вот, собственно, в дальнейшем мы, ну как если мы победим, мы все это сделаем автоматизированно, то есть, потому что сейчас на это бесплатные ресурсы не очень удобно, и, ну, люди, допустим, не могут самостоятельно там что-то публиковать, их сразу на Google Maps перенаправляют. Вот. Ну, то есть мы бы хотели, чтобы это было более автоматизировано и удобно. Слайд еще. Да, ну и, конечно, в общем, реализация отдельного сбора. И мы хотим расширить дальнейшую географию проекта, создать проект «Полуостров мечты», чтобы не только острова убирались, но и наш прекрасный город и вообще наш замечательный край. В принципе, наверное, все. У нас тут немножко сбивчиво получилось. Думали ли вы в своем проекте о том, чтобы информацию о свалках отправлять не только волонтерам, привлекать не только волонтерам, но и те органы исполнительной власти, которые обязаны убирать. То есть убирать мусор – это их обязанность. А мы это постоянно делаем, но нет. Нет, вот я про сайт говорю. То есть если у вас там такая вот, ну не знаю, там ссылочка, опция, чтобы они сразу автоматически получали эту информацию. В данный момент нет, потому что бесплатное предложение, они закрывают широкие возможности. Я считаю, что убирать помойки переделал волонтёр. А, ну просто на самом деле сейчас в таком количестве помойки на островах. Я понимаю, что администрация будет с этим очень много лет бороться. А если мы привлечем гражданскую активность, будем популяризировать, то мы сможем очень быстро справиться. Правильно. Но я не могу быть, конечно, благодарна. Конечно. Спасибо. Приглашаю в проект Smart Cat и готовится проект Палитра. Секундная пересмотра. Представлюсь, меня зовут Евгений. Некоторым из присутствующих я знаком как разработчик каких-то уникальных, непонятных и, возможно, никому не нужных устройств, но сегодня я поистине рад представить проект, который имеет действительно социальную значимость. Вот. Мы готовы. Прошу внимание на экран, здесь короткое видео, которое мы сняли буквально вчера, смонтировали за ночь. Поехали. Не поехали. Абсолютно типичная бытовая ситуация. Для наглядности. А вышли подъезд. Двери с домофоном. И человек с системой Smart Cat в кармане. Как мы видим, ключ не понадобился. SmartCat в двух словах. Это коробочное решение,
придуманная, разработанная и воплощенная в демонстрационной модели прямо здесь, в рамках хакатона. Мы ее позже продемонстрируем, у нас все готово для этого. Попробуем, да, не позволится. Времени было очень мало. Перед вами фотография популярного города, вам знакомого, только, возможно, в другом немного ракурсе. Изменения, которые мы видим, ну, для гостей понятны. Вроде какие-то рамки, что-то светится, по-моему, красиво. А буквально несколько лет назад все выглядело вот так. Причем так же мрачно. Это обычные дома, дворовые территории, они не были освещены. 3 минуты мне осталось, спасибо. Все начиналось с простой идеи, как сделать изящно освещение придворовых территорий и домов, чтобы люди могли безопасно войти в свое жилище, перебирая там ключи от домофона. Ну, соответственно, эта идея переросла вот в такой красивый вид для гостей и безопасность для ее жителей. По-моему, очень изящное решение. Но была просто идея. Да, все очень красиво. То, что мы предлагаем, почему-то имеет социальную значимость, потому что мы затрагиваем, наверное, все слои населения, и, возможно, даже не только нашего замечательного города. Безопасность – хорошо, а еще удобство. Иван, вы не делаете. Я еще не знаю, удобство для наших родителей пожилых, у которых, я думаю, вы их всех обеспечили обычными телефонами, звонилками, они у них есть, им не нужно доставать ключи, в случае утери они также будут иметь прямой доступ в свое жилище. То есть мы предлагаем не просто заменить какие-то домофоны, мы предлагаем коробочные решения по их модернизации. То, что буквально через год-два будет для вас уже незаметно. То есть вы также будете подходить к своему дому, вот, это будет безопасно и удобно, но вы можете не обращать внимания сейчас на то, что здесь происходит. Ну, да, здорово, ребята что-то предложили. А когда это будет реализовано, вам это будет просто удобно. То, что наше устройство затрагивает слабозащищенные слои населения, это тоже здорово. Это можно брать в учет, слабовидящие, люди с ограниченными физическими возможностями. Вообще, зря, наверное, даже эти картинки показываю, потому что, я думаю, для вас все это понятно. Очень быстро приходится говорить, извиняюсь. Позвольте в этой связи, у нас 1 минута полностью для демонстрации также. Антон, неси коробочку. Это коробка, которая была привезена, это план. Из него мы собрали... Собрали же и работали буквально 10 минут назад. Мы разработали логотип, название SmartCat выглядит. Не так уж нелепо, если подумать, что это вообще означает. Глупые кошки скребутся, двойной код быстро проходит. Вот, это было сделано на коленке, все красиво. Дальше у нас был сайт Вячеслав. Сайт тоже был сделан буквально за ночь, и он демонстрирует какие-то основные возможности. К сожалению, мы его описали не как что-то удобное и красивое, а как будто это какая-то... Приступаем. Как это работает? Приложение в телефоне. Все? Все. И интегральная схема установлена внутри коробочки смартфона. Вы подходите, он вас инициализирует, дверь открывается. Хорошо. Если у меня несколько домов, мне нужно видеть, что... Ничего, просто один смартфон и все, и выехать. Антон, прошу. Да. Ну, как бы, да, я немножко причастен. То есть идея в том, чтобы отказаться от ключей совсем. То есть у нас их там несколько домов, там работают, да. Да. Отказаться от них и иметь один смартфон, чтобы иметь доступ ко всем помещениям, которые вам нужны. Телефон, у вас доступ с обычным ключом также остается. Ну, мы не убираем, да. А ключа вы не отказываете? Нет. Ну, просто если вы его теряете. Ключу, не дополнительно, это хорошая модернизация. Вы с телефона проходите во все помещения, вы также можете к этому помещению, к этому замку приглашать и высылать приглашение друзьям, коллегам, ну, кому нужен ограниченный доступ,
по времени. Я согласен, сейчас это неудобно, но я надеюсь, что в скором будущем проблема с батареей телефона решится. То есть еще 10 лет назад мы не подорожает, обслуживание. Это как удешевит, как копеечное решение. За домофон вам не придется платить. Невозможно увидеть, не знаю, что это. Неси. Неси, Сережа, давай. Пока не суть, Женя, какое изменение самого домофона? Нет, два проводочка подключились. Схема из трех-четырех, это Wi-Fi. Вот, но мы его ограничиваем по дистанции, чтобы он срабатывал, когда вы подходите. Вот, а не за 100 метров, когда он вас поймал. Там буквально 3-4 электронных компонента, которые обходятся, ну, меньше 200 рублей точно. То есть приложение, когда я скачиваю, это заплатить за 200 рублей? Нет, нет. Мы сейчас говорим про то, что у нас в коробочке. То, что мы можем установить, это будет работать. Приложение бесплатно. Скачали, установили. Кто говорил вообще о деньгах? Я? Нет, никакого заработка, мы не ведем какой-то коммерческий проект. Я думаю, для нас просто, ну, домофон нужно модернизировать, даже если 200 рублей, то где-то взять, соответственно, вопрос, кто их дает. Mm-hmm. То есть это либо компания, которая, либо... Вы платите сейчас за домофон 300 тысяч. Вячеслав, видимо, имеет отношение к ССЖ, пусть не платит. Хакера? Напомню, когда у нас были деревянные калитки, лет 6-7 назад, поставили металлические, были кодовые замки. Вот, кнопочки начали быстро запираться, и такой ограниченный доступ был весьма условный, потому что человек подходил, видел этот блеск и мог беспрепятственно зайти. Вот. Потом появились уже электромагнитные кнопочки. А как вы с этим масштабируете? Извините за этот вопрос. Можно ли будет это сделать с машиной? Да. Абсолютно возможно, это очень просто. А если это нелегально использовать в уголовном формате? Можете попробовать. Доступ незаконный? Нет, я получаю эти штуки, пока никто не сделает ночью. Нет, вот эти штуки, то есть это такой сервис, который обеспечивает доступ. То есть, ну, грубо говоря, вот у нас есть дверь, да, есть какой-то замок. То есть, ну, в нашем случае мы реализовали его с помощью автомобильного оккутатора, да, или как. На домофонах сейчас стоят электромагнитные замки, да? А вся фишка вот, ну, как бы, вот в этой микросхеме, цена ее там, $2 в Китае, а плюс обвязка, ну, высокоживучесть, скажем, 12 вольт. А она может работать с любым замком. То есть, по большому счету, вы можете домой поставить замок, в подъезд замок, люди... Говорите в микрофон. Да, так как это хакатон, и мы пришли сюда, в частности, ну, поучаствовать в нем и постараться выиграть, да, мы представляем его здесь. Соответственно, будут две части этого проекта. То есть одна часть, она будет направлена на социальную часть населения, которым это будет бесплатно, грубо говоря. И, ну, естественно, если все будет хорошо, будет коммерческая реализация, начиная от компании, да, там... Вот. И заканчивая там обычными жителями. Прошу прощения, последний вопрос. Вот меня отвечу, если вы видите. Любой человек, который имеет приложение, сможет попасть в дом, где стоит какое-то. Нет, не любой, только человек авторизованный, кто, кому можно попасть туда. Причем вы приложение? Нет. Кого авторизовали, ну, грубо говоря, на сервере, да, ТСЖ, например, собирает весок дома, раздает там, ну, есть разные способы. Более того, вы, допустим, можете пригласить своего друга или подругу, да, и она придет снизу и просто подойдет к домофону, и домофон ее пропустит. То есть вы... У нее должно стоять приложение. Да, у нее должно стоять приложение. То есть у вас, опять же, будет доступ к вашему кабинету, где вы сможете давать разрешение, допустим, вашему сыну, дочке и... Хорошо. Да. Спасибо. Кому? Спасибо. Проект «Палитра» готовится проект «Ковчег».
Ну что же, добрый вечер всем. Меня зовут Владимир, и я вместе со своей командой в лице Виктории, Ольги, Елизаветы представляем проект «Интернет-лавка полезного творчества «Палитра». Какую же проблему мы хотим решить своим социальным проектом? В России, по данным Минздравсоцразвития, ежегодно 5000 детей узнают о своем страшном диагнозе – онкологии. И 80% из этого числа не получают необходимого лечения в нужном объеме. В том числе, одна из главных причин – это недостаточность финансовых ресурсов для лечения таких детей. И, соответственно, как же мы собираемся это сделать? У меня вопрос к присутствующим в зале людям. Кто из присутствующих занимается каким-либо видом творчества? Ну, на самом деле, и так вас много, но программирование и разработка, придумывание сайтов — это тоже в некотором роде творчество, поэтому все. А кто из присутствующих зарабатывал когда-либо на своем творчестве? Вот задумывались ли вы, что ваше творчество, продукт вашего творчества может спасти чью-то жизнь? Как это можно сделать? На этот вопрос и призван ответить наш проект. Собственно, сразу же мы вам предлагаем перейти либо по QR-коду, либо по ссылке, либо в нашем чате, в нашем канале в Телеграме есть ссылка на этот наш портал. Это прототип сайта, который мы предлагаем разработать, но он уже работающий, кликабельный, там практически все работает на сегодняшний день. Итак, как же мы предлагаем эту проблему решать? Как видите, попадая на главную страницу, мы можем либо узнать о проекте поподробнее, где все будет подробно описан механизм, о котором я сейчас также расскажу. Ну вот, мы уже должны были узнать о проекте поподробнее. Вот, собственно, это выглядит таким образом. Вернемся на главную страницу. Вы можете зарегистрироваться в нашем проекте в двух основных ролях. Либо автор, то есть человек, который занимается каким-то творчеством, либо покупатель, то есть человек, который интересуется этим творчеством. Как это работает? Автор регистрируется на портале, опубликовывает свои работы, и он ставит только минимальную цену товара. То есть, там, например, моя глиняная игрушка стоит 100 рублей. Покупатель, если покупателю нравится этот товар, сам решает, сколько он готов за этот товар заплатить. Это очень важный момент, так как здесь благотворительный элемент работает в сторону покупателя. То есть он может не просто по минимальной стоимости приобрести этот товар, но еще и добавить какую-то от себя сумму. И все средства, которые будут собраны в результате вот работы этого механизма, будут направляться в специализированный благотворительный фонд, который будет как раз бороться с детскими онкологическими заболеваниями. У нас уже витрина почему-то очень долго прогружается. Очень хотелось бы ее увидеть. На дебровую доску почета есть уже первые авторы, люди, которые... Да, действительно, вот они. Неравнодушные люди, которые уже участвуют в нашем проекте. И доска почета здесь есть не просто так. Дело в том, что мы предполагаем сильную участвуешь. Мотивационную программу, вернемся к презентации, у нас для каждого статуса, и для автора, и для покупателя будет несколько рангов, которые в зависимости от своего вклада в проект человек будет зарабатывать и получать. Соответственно, для продавца на такие ранги, как проба, фина, умелец, мастер, золотые руки и гуру, для покупателя это такие ранги, как первый шаг, помощник, великодушный, благотворитель и меценат, вершина, скажем так, ну не пищевой цепи, но это пирамиды. У нас уже на сегодняшний день есть ряд партнеров. С помощью первых двух партнеров, Всероссийский детский центр «Океан» и проект «Мандарин Маркет», мы предполагаем решить вопрос авторов на сегодняшний день. То есть во Всероссийском детском центре «Океан» есть дети, которые занимаются прикладным творчеством, и у нас есть договор о намерении сотрудничать, когда мы наш проект ведем, притворим его в жизнь. То же самое работает с «Мандарин Маркетом». То есть проблему авторов на первое время, по крайней мере, мы решили. Что удалось нам сделать за этот хакатон? Ну, во-первых, мы наконец-то разработали логотип проекта. У нас мы смогли рекрутировать свои ряды веб-дизайнера, поэтому у нас есть макет уже практически сайта, как он будет выглядеть в жизни, первой страницы. И у нас есть прототип сайта, это тот сайт, который вы видели, который вы могли открыть. Мы его разработали своими силами с помощью тех инструментов, которые здесь давали. Соответственно, следующие наши шаги. За май мы планируем доработать сайт. Параллельно мы будем заниматься регистрацией благотворительного фонда. И в июне мы планируем в тестовом режиме запустить сайт и опробовать несколько моделей. У нас есть несколько вариантов, как это будет еще работать. Мы их намерены все протестировать.
Ну и на что мы потратим 70 тысяч, если все-таки случится так, что нас сочтут достойными? Нам необходима помощь компетентных технических специалистов, в первую очередь веб-дизайнера и программиста. Именно на эти цели мы потратим средства, если нам удастся здесь сегодня их привлечь. Ну, один из самых важных элементов любого проекта – это команда. Наша команда – это команда единомышленников, которые объединены в общей идее, имеют достаточно большой опыт различных проектов и готовы реализовать эту идею вне зависимости от результатов сегодняшнего конкурса. Да, спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, кто будет покупать? Как вы будете находить их людей? Спасибо за вопрос. На слайде команда проекта у нас было два замечательных человека, специалиста. У нас, во-первых, есть человек, который будет отвечать за работу со СМИ, есть человек, отвечающий за SMM. То есть мы понимаем, что перед нами будет стоять эта амбициозная, самая, пожалуй, главная задача – привлечь покупателей. И планируем использовать все каналы, по каких мы сможем дотянуться. Это продвижение в социальных сетях, это работа со СМИ, это в том числе всевозможные какие-то рассылки. В общем, все методы, которые так или иначе используются в краудфандинге обычно. Ну, примерно так это. Которые будут вам отдавать эти товары, условно говоря, они будут вам их дарить, или они вам будут их отдавать на реализацию. Спасибо за вопрос. Мы тоже юридический аспект вопроса на сегодняшний день уже достаточно подробно проработали. Как это выглядит сейчас, вот в той модели, как мы это себе представляем? Это благотворительный взнос, это не купля-продажа. Мы понимаем, что это важно. Как только эти деньги оседают на любом расчетном счете, если это не счет благотворительного фонда, сразу появляются налоги, и часть средств мы будем терять, мы в этом не заинтересованы. Мы хотим максимизировать пользу от этого проекта. По поводу второго вопроса взаимоотношения с продавцами. На данный момент предполагается таким образом, что продавцу будет за счет привлечения фандрайзинга, за счет привлечения спонсоров компенсироваться стоимость доставки либо почтовой пересылки товара, который он продал. Больше никаких пока компенсаций не предусмотрено, но опять же, я сказал, что мы в тестовом режиме предполагаем разные модели попробовать, это будет, возможно, мы придем к тому, что будет компенсировать, например, себестоимость товара, ну там материалы, это тоже бывает дорого, но пока это выглядит вот таким образом, что товар остается у продавца до момента, пока не появился человек, который ему интересуется, когда он заинтересовался, мы уже включаемся в этот процесс, помогаем либо переслать, либо доставить. Я уже, мне кажется, частично ответил на ваш вопрос. Ему будет осуществляться доставка прямо до того места, которое он указывает. И это будет либо за счет спонсорской помощи, то есть мы будем привлекать специально, вот именно на эту цель, это единственная вещь, на которую мы планируем привлекать спонсоров в этом проекте. То есть компенсация доставки, декомпенсация перевода. Либо пересылка. Последний вопрос. У партнера, которых вы указали, какой функционал? Потому что, допустим, у ресурса Open Market там абсолютно другая схема, они занимаются хранением себя продукта и так далее. Да, объясню, какой у нас принцип взаимодействия с ними. На данный момент у нас есть договоренность о сотрудничестве впоследствии. На какой основе? У Mandarin Market, я думаю, ты лучше меня это знаешь, есть очень большой пул авторов, которые занимаются творчеством во Владивостоке. Да? И Валентин Дубинин, автор этого проекта, выразил определенное нам содействие и сказал, что в принципе он готов нам помочь среди вот этих авторов распространить идеи нашего проекта, привлечь их туда. И так далее. Я думаю, что кого-то мы из коммерческой среды сможем выдернуть вот в эту благотворительность. Насколько я понимаю, ваше это самый главный расход, это вот пересылка. Мы вот его планируем компенсировать. Спасибо. Спасибо.
команда проекта «Ковчег». У нас будет еще один участник мультибаттеров, который вне конкурса расскажет о том, что делает. «Ковчег», который сейчас выступает в конкурсе. Друзья, всем добрый вечер. Дело в том, что так получилось, что те ребята, которые заявились, это члены «Ковчега», сегодня не смогли присутствовать, и поэтому я, как руководитель «Ковчега», вкратце постараюсь рассказать 4 проекта, но очень быстро. Вообще, наша задача, по большому счету, информировать людей, особенно тех людей, кто имеет инвалидность, и, конечно, их друзей, их родителей, о том, что существуют некие направления, которые смогут им помочь реабилитироваться, социализироваться в обществе, адаптироваться, ну и, в общем-то, жить максимально полноценной жизнью. Один из них — это движение без границ, это импровизированные танцы. Немножечко мы покажем, как это выглядит. Я совсем недавно стал сам этим заниматься, право у меня 22 года, и даже не представлял, что танцы могут коренным образом вообще перевернуть мое представление о то, что быть на коляске — это не совсем уж плохо, как некоторые могут подумать. Плохо, конечно, но тем не менее, раз ты уже оказался, то давай-ка танцуй. И вот «Движение без границ», да и само название показывает, что двигаться можно в разных направлениях, и в том числе в танцах. И это вот один из проектов. Для чего нам нужны деньги? Ну, конечно же, рассказать об этом, чтобы люди могли, зайдя в интернет, например, набрать какие-нибудь слова ключевые, там, та же реабилитация, социализация, да все что угодно, тот же спорт, и по ключевым словам сразу попасть к нам на сайт. Ну и, конечно, доработка этого сайта максимальная, и, в общем-то, его раскрутка. Давайте перейдем к следующему. Это социальная служба. Кстати, я просто скажу в двух словах, еще помимо всего прочего. Все это уже работает, работает довольно успешно. Но, еще раз повторю, нам бы хотелось расширить свою аудиторию, чтобы побольше людей об этом узнало и не стеснялось нам звонить и пользоваться этим. Тем более, что ресурсы у «Ковчега» и у наших партнеров уже есть немаленькие. Дальше следующее. Это инвослужба, инвотакси. Многие люди уже пользуются сейчас на сегодняшний день нашим транспортом. Это 4 автобуса с подъемниками специально для людей на колясках. Наверняка вы многие видели и в городе, и, может быть, в крае, такие автобусы стали появляться. А вообще-то изначально их, в принципе, кроме как у нас, ни у кого не было. То есть и администрация края закупила для подобных учреждений. Это дома инвалидов, это коррекционные школы, это дома-интернаты, реабилитационные центры, которые у нас есть в Приморье. Они сейчас, в принципе, все располагают вот подобными автобусами. Что очень, честно говоря, радует, что, оказывается, мы стали вдохновителями, да, вот этих руководителей, которые, в конце концов, эти автобусы закупили. Следующее – это позитив и красота, это стиль. То есть люди, которые в колясках, оказываются вовлеченные в моду. Это мы уже тоже делаем, нас поддерживала салон ЛДБТ, Оксана Леонидовна, руководитель дальневосточного филиала. И, в общем-то, благодаря ей мы также провели конкурс «Красота без границ», который был в 2012 году для девушек на колясках. Всем это очень понравилось, в этом году мы хотим тоже провести подобное мероприятие, только это уже будет не конкурс, а фестиваль, где мы будем показывать красоту, моду и творчество тех людей, которые уже чего-то достигли. И если такие люди есть, о которых мы не знаем, которые умалчивают пока или стесняются, то вот, опять же, информационный ресурс, который будет нам подвластен, будем так говорить, благодаря наличию средств, мы, конечно, сможем побольше рассказать, побольше привлечь таких талантливых людей в наши ряды. Ну и следующий. Да, следующий инвалид, тоже замечательный проект, о котором, может быть, многие знают, видели. Это отдых на берегу моря. В общем-то, это та же самая реабилитация. Многие люди не только с Приморья, но и с Дальнего Востока приезжают,
чтобы искупаться в море в доступных условиях, потому что не секрет, на обычной коляске к морю не подъедешь. То есть это нужно вбить дорожки специальные, мы делаем палатки большие, просторные, где установлены небольшие кровати. И, в общем-то, людям на колясках очень даже удобно пересаживаться, и они ежегодно получают в течение даже пускай двух месяцев, но тем не менее, какую-то реабилитацию. Вот специальная тележка, с помощью которой люди, которые не могут сами плавать, которые, допустим, имеют большой вес, ну, пожилые, как правило, люди, они могут беспрепятственно, можно так сказать, попадать в воду и какое-то время не находиться. Ну, вот такие баскетбольные кольца, площадки мы делаем. Собираемся, общаемся. Вот такая у нас как столовая, можно сказать. И там у нас тренажерный зал, спорт и все на свете. В общем, будут возможности. Я думаю, что больше людей неравнодушных будет на нас обращать внимание. Тоже государство, наше местное правительство и в конце концов люди, которые находятся в четырех стенах и не верят в то, что они могут жить активной жизнью, они все-таки начнут более раскрываться, реабилитироваться. Пусть они не станут нами, но, по крайней мере, не станут активными. Ну, вот у нас и катер, мы выезжаем на острова. Сами волонтеры, которые нам помогают. Катером я управляю сам. И, кстати говоря, благодаря этому люди, которые на колясках, тоже начинают верить в свои возможности и берут с нас пример и продвигаются дальше. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Кто-то, может, еще хочет что-то спросить? К сожалению, не проблем. Спасибо. Я приглашаю в проект «Мультипаспорт». Напомню, вне конкурс. Команда хочет рассказать о том, что они сделали за катон. Коллеги? Сейчас подождем чуть-чуть. Даже показать вам чего-нибудь. Ну, в общем, давайте, пока мы подключаемся, я сразу спрошу, кто знает из вас, из здесь присутствующих, что такое блокчейн, и попрошу вам где он или ты не отвечать. Вот наш проект связан с блокчейном. Вот. Это такая вещь, это распределенная база данных. Она появилась впервые, ну так можно сказать, в системе криптовалюты биткоин, которая на самом деле скандально популярная. Она известна за свое бытие какой-то криминальной криптовалютой, которая вообще распространена в Даркнете, за которой можно купить наркотики, там убийство людей, владение и прочее. Да. Конечно же, ни для кого не секрет, то что это же можно использовать для других целей во благо. Мы хотели сначала прийти с немного такой же развязанной, необузданной темой, как и сам блокчейн. Мы хотели полностью как-то истребить бюрократию, но это, конечно, было только в мечтах. Хотели сделать мультипаспорт там, чтобы прям люди ходили с чипами, которые зашивались им в руку уколом, они их не чувствовали, и там были вообще все документы, они просто ходили и сразу же все.
Но это, конечно же, неосуществимо, если только инициатива исходит от государства. Всем известно, что это очень нужно. Дальше были проект тоже. Ну, у нас идея менялась 4 раза, на самом деле. Все менее и менее амбициозная. Далее мы решили просто сделать некое хранилище документов, используя блокчейн как базу данных, которая, ну, всем известна. Коллеги, пожалуйста, потише, последний проект, дослушайте. С уважением к автору. Мы хотели остальные идеи реализовать, это было просто хранилище данных, ну, документов точнее, куда ты мог закинуть свой документ, он никогда не потеряется, никто его, в принципе, не сможет, там, правда, все. Ладно, не суть. Вот, дальше была идея, что мы просто добавляем какой-то документ в блокчейн и храним его дату. То, что этот документ действительно был заключен вот в такое-то время. То есть как-то так, это имело место быть. Нам сказали то, что это может понадобиться. Вот местные помощники, да. На самом деле идея интересная, трудно объяснить, как она работает. Но как бы по факту мы имеем такую доказательство того, что это имело место быть именно вот в это время. Непровержимое. Больше, ну, целью, наверное, как о том мы поставили проверить идею, можно ли с помощью блокчейна, меня хорошо слышно, да? Можно ли с помощью блокчейна реализовать какой-то социальный проект? И, ну, там уже поменяли много идей, и последнее, на чем мы уже остановились, это верификация документов. Ну, в чем идея? Преимущество блокчейна именно для этой технологии. Эта технология в том, что никто не сможет контролировать данные, которые в блокчейне, никто не сможет их подделать, никто не сможет их переписать. И, собственно, сам концепт. Человек может, любой, у кого есть компьютер, заключить договор с любым другим человеком. Например, мы делаем стартап, и мы делим доли. И мы заключили договор, подписали его и отсканировали. Документ сохранили и загрузили его скан в блокчейн. После этого он там будет храниться всю жизнь. Он хешируется, то есть весь документ превращается в специальную строку, которую мы не можем получить никак с помощью... То есть если мы захотим получить точно такой же хэш, нам придется перебрать все документы, и это очень трудно. Поэтому этот документ мы не сможем подделать. И если, например, через 20 лет наш стартап выгорел, ну, например, какой-то гипотетический стартап, и мы хотим все-таки узнать правду, что, о чем мы договаривались вначале, мы просто загружаем опять этот документ через специальный сервис верификации, и сервис говорит, был ли документ точно таким же, когда мы его загружали. К сожалению, мы не успели доделать наш проект. Мы сделали небольшую презентацию интерфейс. Он очень простой. Здесь несколько кнопочек. Если мы хотим загрузить документ, мы просто нажимаем load file. Если мы хотим его подписать, то нажимаем кнопочку подписывать, он добавляется в блокчейн. И все. Он уже добавлен. А если мы хотим его верифицировать, мы тоже, тоже загружаем документы, блокчейн говорит, был ли такой документ уже в нашем блокчейне, и кто его подписывал. Сейчас всех остальных. Ну, через блокчейн. Кирилл.
есть проект, они недавно обучали на Generation S, они недавно дали грант от фонда Бортника. Есть. Здесь можно опять аудиосовку. Спасибо большое. Поаплодируем. Так, смотри, у нас остается еще.